День добрый. Ну что ж, продолжаем с тобой проходить тяжесть весла в деревню. Так, у нас надо взять баночку. Я так долго ждала тебя. Я буду более послушной дочкой, чем Роза. Останься со мной, пожалуйста. Навеки. Что? Стоп, где мое оружие? Просрал, потому что... Это что, кукла? Мия? Слава богу, я думал, сейчас скажет, не Василий. Когда мне поебал. Представляешь? Что я это представляю? Колбочки, хуёлбочки, хуй да, блядь. Ладно.
того, чтобы чтение. Откуда она здесь? Удивляйся всему, Ита. Так, а подсказка какова? Там дохуя что написано. Там что-то мало текста. Должен понять, как поменять. Я понял. Подожди, ага, я увидел рисунок из царапин. Пинце, блядь. А потом еще будешь еще лапшу давать. И че, честно говоря, пинце. Че мне с этим пинцетом делать? Может, ты дашь мне блядь? Лучший друг Розы в мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для нас это и на этом свете. Там по идее сказать, что нужно электричество, а вот пинцет там что-то. Как же это? Thank you.
шансы разрезать. Подожди, а может типа повернуть? Вот, ёбаный крот. Так. Что там у нас? Лучший друг Розы? Сказка? Самое важное? Подарок? Нет. Ну да, колодцы, как же без колодцев? Вообще, это шпар оттуда близко, да? Без колодцев. У тебя сын, чтобы после просмотра на ней, на полотне пленки, полотно должно упасть и дверь должна открыться. Как надо вообще все это замутить, чтобы, блядь, загадки порылые, я вообще наверное, презираю. О, да действительно, конечно, надо просто дойти. Мия, о чем ты говоришь? Понимаю.
заебаем сиськи, мать. Ладно, может, нет медальона туда ставить? Мы сейчас кому-то сам ставим. От ветра, да, начинает? Мне нравится, что он не только рука, да, приварилась, но еще и рукав тоже срочится. Вообще, чудо трава. Если у вас порвали штаны, то упали назад, штаны понятно. Просто там. Все наладится.
Электрощитка. Электрощитка. Предохранить. Где ваш предохранитель? Ah!
какой-то, блин. Не уходи, я не пущу. Ты еще жив, да? Thank you.
отсюда не выбраться. Тупой идиот! Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками? Это все? Мия, я все исправлю. Что? Так, надо выбраться отсюда. Значит, вот кто за этим стоит. Уже две. Должен, блядь, положить. Табличку найти. Ну там все писать. Типа. Я хрен сзади.
Забываю, что у меня не есть. А на него эти всяческие хуевины поставить, чтобы больше было круче. Голова, смотри. Здорово. Еще один туалет. Какой там домик, он смотрит? Матери Миранда удочерила госпожу Дону. Когда-нибудь так радостно, что ребенком она отмечала окружающую семью со шрамом лица. После смерти родителей она отмечалась в роду, не мешалась на вопрос с Энджем, который не изготовил отец. Я попытаюсь матери Миранда за ее взгляд, что не стоит. Госпожа Дона явно рада быть. Быть может, мне чудится, но ее группа Энджа выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджа. Мать еще поболтает. Мать, правда, дарует какие-то способности.
Распашаю, но она дала мне желтые цветы. Просила посадить их в сад. Я посадил их в могилу к Клавдии. Госпожа, у меня закружилась голова, может, от пыльцы, а потом я увидел кусок шучи. Донна обрадовалась, услышав. Попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова буду живым. Не совсем ее понял, но она... Это его... Да. Всем сохранимся. Здесь мне кажется. Можно их это?
нас подразумевается. И не ебят. Вам эта вещь знакома? Конечно, тебе она знакома. Прошу вас, изучите мои новые товары. Сэнджи. Какая прелесть. Фарфоровые куклы очень популярный товар. Так, открылась дальше, да, прокачку. Что у меня там есть? Надеюсь, эта штука вам приходит. Ты голоден? Значит, ты жив. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. Одну минуту. Я могу установить любые модификации. Спасибо за покупку, сэр. Еще рыбу.
рыбалка. Так, не важно, что я хотел. Я хотел пойти. А вот он, 76, 39, 34. Я не забуду ее. Я не забуду ее. Блять, вот 16:00.
27.09.17. Давай, изучайте. Еда – это жизнь. Счастливо. Хотите что-то купить? Хотите кое-что продать. Тратьте золото, как король! Еда – это жизнь. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Пистолет. Так, он берет 160, да? А это тоже 160. Очень важно улучшать. Ладно, пока то, что улучшено. Потом я просто поменяю. Я могу установить любые модификации. Интересных приключений! Я писал табличку. Давайте сходим мы. За табличкой.
блядь, ты за... Да. Говорит, за табличкой давай сходим. Ну да, да. Да. Все это инвестиции, Итан.
чудесно! Знаете, сколько стоит? Да нет, особо нет пожеланий знать. С удовольствием. Ага. Позвольте мне. Так, этот бонус, да, сейчас прокачать больше ничего. Здесь что-то появится. До новых встреч. Сохранимся, и на этом все. Давай, счастливо.